Банде нандо вожастринам падарену мавигнаса жасам харикатха дигитам пунати бхуванатрайам банде нандо вожастринам падарену мавигнаса жасам харикатха дигитам пунати бхуванатрайам Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада Джагадгуру told that while we are living in this material world, we will have to... Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада Джагадгуру сказал, что пока мы живем в этом материальном мире, мы должны обрести Диви Гьяну, Таттва Гьяну. И вот Гаурия Гоштхипати, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что в этой жизни мы должны обрести таттва-гьян, не осознав таттва-гьян и не развив сева-вритти, мы не сможем стать успешными. Мы вынуждены будем рождаться снова и снова, и зачем так рисковать? Но обычные люди, у них нет представления о пракрита и о пракрита татве, они путаются. Кто-то говорит о пракрита татве, но сами не понимают этого. Мы должны говорить благодаря осознанию, а не просто какой-то сухой философии. А пракрита и пракрита не все могут понять разницу между этим. И как же они могут вложить это чувство в других? Проповедь значит говорить о вашем собственном чувстве, которое может растаять сердца других, тех, кто слушает. И таким образом, если мы не сможем изменить сердце и ум тех, кто слушает, то харикатхана бесполезная получается. Это не настоящая харикатха. Шрила Прабхупад говорит, что сотни и тысячи больниц, колледжей, школ мы можем открыть, но это не так важно, не такое большое дело, но изменить сердце обусловленной души, показать путь к вечности, это очень сложно. Обусловленная душа, так или иначе, они не готовы изменить свое сердце и представление, особенно те, у кого есть какое-то там какие-то неправильные представления, они пытаются им следовать, и поэтому Шрила Прабхупад говорит очень просто: построить тысячи госпиталей, школу, а изменить хотя бы одного человека, обусловленную душу и показать ему путь к вечному благу, это и занять его в вечном служении, это очень сложно. Гораздо сложнее, практически невозможно, но все-таки возможно. И поэтому Шрила Прабхупад говорит, мы знаем слова Рупы Рагунатхи, обычные люди или другие люди, они не готовы принять послание Рупы Рагунатхи, но все же с полным энтузиазмом мы должны проповедовать это послание Рупы Рагунатхи. Может, в один день, если они достаточно удачливы, они смогут изменить свое сердце, и также по всему миру мы можем проповедовать. И кто-то может думать, что такой человек достиг успеха в проповеди, если он смог открыть сотни этих храмов по всему миру. Но Сиддханта Вичар не говорит об этом. Просто строить сотни или тысячи храмов благодаря своим деньгам, или власть, или еще каким-то материальным достоинством. Но это, опять же, не значит, что человек успешен в своей проповеди.
И вот что значит успех в проповеди? Это значит, когда мы говорим и представляем Сиддханту нашей Гурварги в неизменном виде. Кто-то может, просто может построить сотню храмов, но что толку от этого? If you can change, if you are going to change the heart of other people, then we can change. А если мы сможем изменить сердца других людей, то уже совсем другое. Separate Siddhanta, separate Vichar, everything separate. All your everything separate. Then you are actually not within this Sauta Pantha. А если кто-то говорит, не то, что он услышал от своего Гурудева, то это нельзя сказать, что такой человек находится на пути Шраута Панти и достиг успеха. Или кто-то может стать очень богат, или еще что-то материальное обрести, но это не значит успех в проповеди. А обычные люди не понимают этого, они стремятся в противоположном направлении, по направлению к аду. О Пракрита Даме я говорил, что Апракрита Дама – трансцендентная Дама. Если мы подумаем о трансцендентной Даме, мы можем подумать, что это может лучше, чем этот материальный мир, но это неправильно. Обусловленная душа, у нее нет опыта, идеи, представлений о трансцендентном, и как они могут понять и подумать, что такое Вайкунтха, что такое Галока Навадвипа Дхамма, как они могут осознать это. Если у них нет осознания таттвы, как они могут узнать о Пракрита таттву и что говорить о Рагануга Баджане или Рупануга Баджане, это очень высоко, это невозможно. Сарасаваттам камарам дхукку гугулакшам махатпадам тат карникарам тат анантанша самбаваха. От Ананта Дева это Апракрита Галока Дхамма, где Вриндаван, Нанданадан Бхагаван Шри Кришна, где находится, внутри есть нечто похожее на цветок лотоса, и там внутри сердцевине этого Вриндаван, снаружи Матхура, и за Матхурой Дварака, и после нее Светадвип, и снаружи Светадвип и Навадвип Дхамма, которая есть продолжение Кришна-лилы, то, что дополнение Кришна-лилы, то, что Кришна хочет сделать в этой лиле, для обычных людей это практически невозможно понять. Если они не понимают Кришна Таттву и Кришна Лилу, Бхагават Таттву, как они могут что-то сделать, как они могут совершать подлинный баджан, это невозможно. И вот дополнение Кришна Лила – это Гора Лила, и Гора Лила показывает все, что Кришна хотел сделать. Она объясняет все это. Кришнадас Кавирад Госвами writing that Sarvapuri above all Gokul, Sri Gokul Brajadham. И вот о трансцендентном Вриндаване Кришнадас Кавирад Госвами пишет. Чинтамани Бхуми Калпа Викшамай Бон Чарма Чакхе Дехе Тари Прапанча Сам. Чинтамани Апракрита Чинтамани, you see, Чинтамани Бхуми, and Калпавикшамай. И вот эта трансцендентная земля Чинтамани, она полна деревьев, которые исполняют желания. А если взглянуть просто каким-то материальным видением, она то тоже похожа на какое-то материальное место, и где in that case they can understand what is dhamma, what is sarup.
И вот с глазами полными любви, прямо нетра, прямо, конечно, не любовь, но других слов нету в английском. И вот и вот такими глазами любви мы сможем увидеть все. И вот там говорится. И вот да, и сейчас та лила, она происходит до сих пор, какие-то удачливые души могут видеть ее, а другие нет. И вот те, кто удачливо, не могут видеть эту лилу. И эта лила происходит, но мы должны совершать баджан. И вот о Вриндаване в Брахма-самхите говорится. Сриаха канта, кантаха парама пурушаха, калпа тарава, друмадхами счинтамани. Ганамаи тайо амритам, катха гьянам, накчам гаманам апи бамши прия сахи, чиданандям ятихи парамам апи, тада шаддам апи ча. Сриях канта, лакши шасра нис срока ино, this all, you know, Gopikas, they are all around. And Aprakita Kam Gayatri, you know, Kam Beach, Kam Gayatri. И вот трансцендентная Кама Гайтри, Кама Бич, Кама Гайтри, с помощью этого, с помощью нее Кришна может принять наше поклонение, нашу пуджу. Пуджа не значит, что нужно идти в храм, брать цветы, чандан и пытаться как-то предложить это Господу. Внутри Вриндавана те, эти оленихи, у них нет рук, что делать, но говорится в Гопи-гите, то, что они поклоняются Кришне. Они поклоняются Кришне своим взглядом, они смотрят на Него с огромной любовью, и Кришна доволен их таким поклонением, это их поклонение. Их объект поклонения – Кришна. И если наш сева, а если Кришна недоволен нашим служением, то что толку? И поэтому можно вспомнить, дни 15 назад я говорил, Шрила Прабхупада повторил эту шлоку. Вот что я могу сделать с тапаси, с аскезами, если они, если Кришна недоволен ими? Если Кришна доволен, то это хорошо. И вот все наши усилия направлены на свое собственное удовлетворение. Все обусловленные души, преданные и непреданные, можно видеть, все стремятся к удовлетворению своих чувств. Но полностью посвятившие себя Господу души, они очень редки, это не шутки. Говорить это может, это хорошо, но на практике
те, кто посвятили Господу совершенно все, что у них есть, таких очень мало. И такая ситуация, она очень редка. И таким образом обусловленная душа, так или иначе, она не может понять, что такое бхакти, как начать бхакти, как они могут понять апракрита, трансцендентную враджа-даму или трансцендентные лилы Кришны. Для них это невозможно. Когда вы сможете избавиться от удовлетворения, от склонности к удовлетворению своих органов чувства, это будет очень хорошо. И вот я говорил, когда вы что-то делаете для себя, это зовется кама, а когда делаете что-то для радости Кришны, это зовется према. Externally, you can see that karma and bhakti all the same. You cannot understand. Внешне можно видеть, что карма и бхакти, они похожи. Кто-то может запутаться, не поняв разницу между кама и премой. Вроде все похоже. Гопи, они стремятся к Кришне, но что это? Кама ли это? Но здесь говорится, провозглашено, что према, которая показана гопи, это как кама, но нету ни капли камы там. У них према. Внешне это может быть похоже на каму, но это из-за того, что наш даршан, наше мировоззрение осквернено. И вот согласно нашим прежним самскарам и действиям, наш даршан, он осквернен. И поэтому мы не можем видеть Гуру Вайшнава должным образом, не можем понять Татва Вигьяну. Не понимаем то, что Гуру Вайшнава говорят нам, эту Сиддханту. Без самопредания никакое количество наших усилий, оно не будет успешно. Конечно, что-то мы можем сделать, как-то дурить публику. Но после этого вы обнаружите то, что вы остались ни с чем. Если вы совершаете садгуру севу, особенно те преданные Рагануге, то как смотрите, трансцендентное служение внутри Рагануга Бхакти, оно естественно, мы должны принять Витхи Бхакти, но постепенно мы почувствуем, что это внешне, и если мы делаем все как следует, то мы сможем войти на следующую ступень. И вот те гопи, Кришна, он окружен всеми гопи, они Шри Яха, Браджа Лакши. Я не сравниваю их с Лакшми на Вайкунтхе, это невозможно. Лакшми, Деви, они на Вайкунтхе. Но вы знаете, Радхарани, она изначальная причина всех Лакшми и всей Шакти-таттвы. Она изначальная причина, поскольку я говорил о Даме, о Таттве,
Бхагавана Шри Кришна, его героизме. О различных уровнях всего этого, об Апракрита Расататве немного говорил. Полностью рассказать об этом невозможно. И вот там, смотрите, мы нашли то, что Бхагаван Шри Кришна, он единственное действующее лицо, и согласно Адвайгентатве, я говорил, если вы находите недостатки в Кришне, то кто вы, если у вас какое-то вечное существование, все, что вы можете видеть или не видеть, весь бесчисленный мир, бесконечный мир. Он находится под контролем Адвайгентатвы. И все разнообразие, которое вы можете видеть, оно есть, но Кришна, он суть всего этого, и он главный, он творец, и кто же может найти какие-то недостатки в Кришне, поскольку Кришна, он Всевышний. Кантаха, Канто Парама Пурушо, there is only and only hero, Krishna. И вот Кришна, он единственный действующий, единственный Друма, герой. Он все всемогущий Верховный Господь. И вот и в духовном мире там все деревья, это деревья, исполняющие желания, а земля, она чинтамани, она трансцендентна. А вода, она подобна нектару, и если кто-то говорит что-то на Галоке, то это катхаганам, его речь подобна песне, очень прекрасная и сладка. Если и все движения во Вриндаване, они подобны танцу. Кришна Ванси, Прио Сахи, help me to make the Leela more tasty, to bring excellency in the Leela. This Ванси. Always remember, nothing in Guru Vrindavana, Vaikuntha, there is nothing, lifeless. На Галоке или на Вайкунтхе нет ничего безжизненного, все чинмой, оно и трансцендентно, и Вамши, это флейта Кришна, она также живая. Attraction you can feel, Priya Sakhi, acting. Going to fulfill the desire of Krishna, what Krishna want to do, then и она исполняет желание Кришны. So Chintam, actually, you can find Chidananda Jyoti, you can anubhuto, you can feel. So Vrindavan is excellent place. Vrindavan это sarvakala sukhava. Великолепное место. When you go to Vrindavan, и когда мы и там всегда хорошо, кто-то вот во Вриндаване летом не может находиться. Слишком жарко, 45 градусов, но здесь описывается в шастрах, что Вриндаван, он великолепное место, в то время там всегда васанта, весна, весеннее время, днем есть, там этих 6 сезонов, они каждый день сменяют друг друга для того, чтобы служить Вриндавану. There you can find six
И вот за день можно видеть, за сутки имеется в виду, меняются 6 сезонов, они все служат Вриндавану таким образом, Радха Говинде. И также говорится, что во Вриндаване все гармонично существует везде. Everything and everything. Thing mean not inert object. Thing mean not inert object. It's all chinmay. И все чинмой, оно трансцендентно. Оно стремится совершать Кришна-севу наилучшим образом. All the time they are, you know, all of Prakita Dham, they are trying their best. And so Prakita Chinmaya Dham, there is no material touch, nothing, material conception cannot go. Now, always you can say soothing, very nice, you know, soft, you know, jyoti. Very nice jyoti there, light, you know, very nice. И там также прекрасный свет, все буквально светится. И вот трансцендентный Вриндаван, это Чинмой Дама, и материальный ум не может достичь этого, для него это невозможно. И какая лила происходит внутри Вриндавана, только те враджаваси, они служат Кришне особо. Сейчас мы и те гопи, которые совершают служение Кришне, оно очень уникально. Actually, to get entry into this lila, we'll have to take kripa from. И чтобы войти в эту лилу, мы должны получить милость всех шести госвами, наши гурваги. Так постепенно мы все поймем, иначе невозможно. Vrindavane yogapithe kalpatu ruvane. Inside Vrindavan there is yogapith. Внутри Вриндавана есть йогапит. И в Навадвипе также есть йогапит. Мы знаем йогапит Шри Мандир здесь. И время от времени иногда преданные собираются, служат Верховному Господу особым образом, и это в йогапитхе мы можем найти, это все йогапитхом называется. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в киртане: И вот на йогапитхе, на троне восседает Шри Говиндаджи на Радна Симхасане. Madhurja Bukasi. Only Madhurja you can find there and going to attract the whole world. Left hand side are the original cause of all Shakti Tattva, Radharani. И вот слева от него изначальная причина всех Шакти Таттв, Радхарани. И ее проявление, продолжение Лалита, Вишакха и прочие сакхи. Они служат. И различные лилы происходят, и они с таким игривым, и Бхагаван, он совершает различные лилы с ними. И таким образом мы должны осознать постепенно, и после этого Рай Махашой, он говорит о Кришна-таттве. И после этого Рай Махашой спросил о Радха-таттве. Радха-таттва,
And now actually this Radha Takta actually, you know, Mahaprabhu wants to know in detail because. И вот Махапрабху спрашивает у Радхататви, он более детально хотел спросить об этом Рамананду. И вот там говорится. Махабхава Чинтамани Радха Саруп. You can remember today, maybe if I can make up time, you can understand. Prema, I was discussing. So far, the different stages in the gradual development of Prema. И вот этого я рассказывал о различных стадиях на процессе обретения Премы. Начиная от Шрадхи до Премы, Шрила Рупа Госвами Пад Бхакти Расамрита Синдху это все описывает, и мы я вкратце рассказал об этом. И вот кратко нужно объяснить, как према проявляется в дальнейшем и как эта према распространяется в снеху, ману, пранаю, рагу, анурагу, бхаву, махабхаву. Я могу рассказать об этом, если время позволит. И вот смотрите. Очень важно обсудить здесь кратко, как према она раскрывается в снеху, ману, пранаю, рагу, анурагу, бхаву и махабхаву. В связи с трансцендентной любовью Мадхурати и прочему Кришна, Радхарани и все гопи. Мы должны все это обсудить, поскольку если буду сразу говорить о Бхаве Махабхаве, то это слишком высоко. Нужно рассказать про предваряющие ступени. И вот мы знаем, и вот чтобы понять Радха Таттву, в начале всего я хочу рассказать о вот Радхарани с Радхарани Стотры. И тогда мы сможем что-то понять, я думаю, так и... И вот это бесконечная Брахманда, и все шакти-таттвы, что есть, они все изначально исходят от Радхарани. Вот в этой шлоке говорится, что все аватары, все проявления Господа, они все изначально исходят из Нанда-Нандана Шри Кришны. И поэтому Нанда-Нандан Шри Кришна, он Свайям Руп Бхагаван. Что значит Свайям Руп? И вот что значит Свайям Руп Бхагаван? Свайям Руп Бхагаван значит? Изначально из Кришны все исходит.
Кришна, Он изначальная причина всех причин, Ишварах, Парамахришна, и поэтому все аватары, все, что мы обретаем, видим, все это из Кришны, из Нанда-Нандана Шри Кришны. И в Рама-аватаре тоже может быть Раса-таттва, но мы не можем сравнить ее с Кришна-таттвой. И вот можно вспомнить, когда Рамачандра, он путешествовал по лесу, отправился в лесную ссылку, там в лесу Дандакаранья. Там были Муни и Риши, они хотели обнять Кришну с чувством Мадхура расы, но это было невозможно, поскольку сейчас Рамачандра, он явил лилу Марьяда Пурушоттама в Падма Пуране. В Уттаракханде говорится: Дриштва Рамам Харим Татру Бхактун Айчан Сувикрахам Те Сарве Стриттям Апаньяха Самут Бхутасча Гокуле Харим Сампрапу Камену Тату Мукта Баварнава. Previously the Риши Муни раньше в Дандакаранье, они были очень привлечены великолепной формой Рамачандры. Они захотели стать его женами, но они подошли с этим чувством Мадхурасы, но Рамачандра сказал, что не в этой жизни, не в этом проявлении. И вот Рамачандра заверил, что сейчас это невозможно, поскольку я Марьяда Пурушоттам. Что он такой? Нравственный, пример нравственности. И поэтому в этой лиле только одну жену может иметь. А в следующей лиле, когда он явится в форме Кришны, то вот он явится как Бахуджана Валлаб, то есть имеется в виду тот, кто... И вот Рамачандра, он Сита Валлаб, то есть у него может быть только одна жена, вот Кришна, который явится в форме Кришны в следующем проявлении, он... может уже иметь, он будет иметь качество Бахуджана Валабх и может исполнить всех их желания, взяв всех этих Риши Муни в жены. И потом эти все Риши Муни, они родились как гопи внутри Вриндавана. Есть много уровней гопи. Гопи, они все разные. Не один вид гопи, а там куча. И вот сейчас здесь, когда я уже начал говорить об этом, и это хорошо для меня прояснить все, поскольку не родившись как гопи внутри Вриндавана, вы не можете получить возможность служить Нанда-Нандане Шри Кришне. И поэтому вам дан шанс повторять эту Кама-Гайтри. Если вы успешны, вы можете видеть Апракрита Камадева перед вами. Не умирать. Даже физически вы можете обнять его, но это вопрос обретения успеха. Если вы не сможете стать успешным, то что тогда?
Кама Гайтри, Кама Бич внутри Вриндавана, это трансцендентный Камадев. Он может быть поклоняем только с помощью этой Кама Гайтри, Кама Биджа. Иначе нет. Вот, как вы видели, те риши и муни, они родились как гопи внутри Враджадамы, чтобы обрести тело гопи. И в этом случае они успешны, они служат Кришне согласно их бхаве. Now here our Narottama Thakur also going to give some indication. I like to touch because by chance I come this point. Then I can again go back to my original discussion. You know, there is written Narottama Thakur. И вот Narottama Thakur он пишет. Брадгопи бхав хиве сава, this kind of kirtan. You know. Что я, когда же рожусь в теле гопи, в Ришабхану Пури, потом на Варшане. Given in marriage with, you know, iron bows. Externally, which is there in where there in actually Radharani's house. There actually in Javat, Javata Vibaha Habe. Now. Narottama Thakur going to show us indication. Narottama Thakur going to give us indication, which is a procedure. Internally, you will have. И вот Narottama Thakur он показывает нам, он дает намек, что внутри мы, внутри своего сердца мы должны совершать баджана. И вот внутренне мы должны совершать манас-севу. Агануга-баджан, там есть два вида севы. То есть внутри, в уме мы должны совершать севу, и если мы успешно совершаем баджане, по милости Гуру Вайшнава, мы можем получить полное представление о нашем служении. То есть мы можем получить это там. Также мы можем совершать, когда мы обретем духовное тело, то тогда с помощью этого духовного тела мы можем совершать служение в духовном мире. И сварупситхи, вастуситхи. И вот когда вы оставляете свое тело, вы должны родиться как в форме гопи во Вриндаване, но это опять же не значит, что Рупа Госвамипад должен оставить тело, но Рупа Госвамипад, его тело, оно трансцендентно, он Гуру Паршад, Гуру Лили, Narottama Thakur, он также Гуру Паршад, они вечно присутствуют, как Чампака и Рупа Манджари, они вечно совершают свое служение, для них это не касается, но для нас, те, кто совершают ситхи, оставив это тело, те, кто оставляет это тело, вот Narottama Thakur Махашой, он указал на Вастуситхи. Он указал нам на это Вастуситхи, что не родившись как гопи, в доме гопи, как дочь одной гопи, как вы можете... And all, like in material condition, when I am going to ask you what is your identity, you can say, I am staying in, you know, Punjab, my identity is this village,
Но когда мы обретем духовное тело, то тогда мы сможем рассказать, что, где мы родились в этом духовном теле, чем заняты, в какой семье, то все, пятое, десятое. Previously, no sadhu never wanted to make, you know, раньше у никаких саду не было никаких документов, удостоверения личности, документа голосующего и прочего. Сейчас всех заставили этим заниматься. И вот не родившись во Враджадхаме, как вы можете говорить о себе, что вы в Враджавасе? Ну, имеется в виду духовно родившись в подлинном Врадже, не в материальном. И вот когда вы совершаете садхану, например, вы достигли успеха в своей садхане. Вы следуете одному враджаваси, Рагануга Бхакти, какая-то сева, какое-то настроение вам полюбилось, и вот согласно этому вы хотите совершать такое же служение и совершаете баджаны, когда оставите свое тело, то достигнете успеха и родитесь уже вот в той лиле, которая вам понравилась. So actually, и вот, when Krishna taking birth, когда Кришна родился, when Krishna going to take birth, doing lila, совершает свою лилу, то автоматически Радхарани, она также присутствует, хотя она вечная, но все же Бхаума Вриндаване можем обнаружить и день явления Радхарани Кришны. Все мы можем найти и также... Когда Кришна, он совершает лилу в Бхаума Вриндаване, то автоматически мы можем находим, что все гопи приходят и все остальные их спутники, и те, кто достигает успеха в садхан-ситхе, после оставления тела они тоже получают возможность, что когда они оставляют свое тело, кто-то может спросить, оставив свое тело, где они находятся, поскольку Кришна родится, когда еще неизвестно долго очень. Но смотрите, я уже сказал, что во всех бесчисленных брахмандах везде Кришна лила, она нить, она вечно существующая. Поскольку, когда я вот сейчас говорю Харикатху, в какой-то браманде рождается Кришна, он так в полночь он рождается, и в каждую часть секунды, в каждой лиле. И так в различные Брахманди какая-то лила сейчас происходит. Это не значит, что оставив свое тело, вам нужно ждать, пока Кришна родится опять. Нет. Йога Майя все организует, когда вы... Вот те, кто достигают успеха в своей садхане, они рождаются в чреве гопи. В гопи Гарбхе, поскольку не родившись как гопи, из чрева гопи, то как вы узнаете, где, в каком доме родились, кто ваш отец, мать, сестры и прочие родственники, это должно быть. Это не материальное такое отождествление себя с чем-то, а те, вот, кто достиг васту-ситхи, они рождаются вот в том Вриндаване духовном, и тогда постепенно вот они растут в этом новом рождении и занимаются... получают какую-то занятость служение в Кришна-лиле. Там это уже преорганизовано, Бхагаван так все организует. И вот в начале всего, когда мы входим на путь Рагануга Бхаджана или Рупануга Бхаджана, Рагануга Бхаджан — открытый термин. Рагануга Бхаджан может покрыть Ватсалья, Мадхурью и все остальное. А когда Рупануга Бхаджан, я говорю, это обозначает конкретный класс
что это Мадхура раса, уникальная Мадхура раса и также Пракия. Поскольку в всей Двараке там также Мадхура раса, в Мадхуре также Мадхура раса. Я вчера и в прежние дни говорил об этом, но внутри Вриндавана там уникальная лила, что посторонние люди не могут даже осознать, понять ее, и такая лила, она всегда происходит там. Но те, кто заинтересованы, имеются в виду, я не говорю то, что вы думаете о чем-то, когда автоматически это из вашего сердца исходит, что я хочу, и я хочу этот ответ получить. То есть какие-то сахаджи, гуру раздают духовные формы, духовные тела направо и налево, но это неправильно. И они будут сурово наказаны. Это естественно должно произойти. И Верховный Господь таких сахаджи, которые одурачивают людей, никогда не простит. И вот в начале всего я завтра буду говорить о том, что пока у нас есть такой Пуруш Абхиман, то есть склонность к наслаждению и чувство делающего, и видим, что кто-то он, кто-то она, то есть такое разделение. Нарутам Такур он описывает в киртанах, но нужно более подробно рассказать, чтобы люди поняли. И вот this kind of thing I can discuss tomorrow, because all at a time can make you in, put you in confusion. В общем, Махараш об этом завтра будет говорить, чтобы не запутаться. И вот this kind of, you know, character, this kind of, you know, material bhava is not allowed. Такое материальное такое чувство Пуруш Абхиман не позволяется на духовном пути. So now you understand a little bit that you will have to. И вот сейчас я надеюсь, вы поняли, что мы должны совершать баджан и постепенно через Витхи Марг мы сможем получить доступ на путь Рагануга Марга. И так научно мы должны осознать все. Осознание должно прийти, и потом мы сможем дальше продвигаться, мы можем стать успешными в какой-то день. И вот Удав, он плачет и говорит, и рассказывает о своем настроении. И вот я начал с этой шлоки, вы помните? И вот в этой шлоке говорится «Ванде Нанда Браджастринам», те гопи, которые живут внутри Враджа, я прославляю их имя, славу, я поклоняюсь им, Ванде. И вот здесь Авигна Саха значит непрерывно. Никогда я не забуду прославить их. Никогда не забуду славу их лотосных стоп и пылинок с их лотосных стоп. Падарену значит пыли с их лотосных стоп эти гупи. И вот смотрите на их смирение. Здесь говорится Падарену. Падарену. This particle they are going to Uddhavi Maharaj going to glorify. So lucky. И вот Удав Махарадж, он прославляет пылинки своих лотосных стоп.
поскольку весь мир очищается благодаря тому, что они постоянно говорят о Нанда Враджа Кришне. И благодаря их харикатхе о Кришне весь мир очищается. И вот Удав Махарадж прославляет даже пылинку с их лотосных стоп. И вот сейчас можно вспомнить то, что тема о таких лилах между Гопи и Нанданандой Кришной, они могут очистить все бесчисленные миры. И вот та шлока, с которой я начал, чтобы прояснить и объяснить эту Радхататву. Infinity Brahmanda going to pray with humble attitude, shrugging their head. Ananta Gaudi Vishnu Loka Namra Padmaja Archite. Padmaja Archite. Padmaja. И вот здесь Падмаджа Арчите, значит, Радхарани, одно из имен Радхарани, которой мы поклоняемся, все, кто не поклоняется ей. Ананта Гаудри Вишнулока Намрападмаджа Арчите, Химадри Я Пуломая, Биранчи Я Варапраде. Радхарани going to, Радхарани going to bless them. Радхарани, она благословляет нас всех. И вот Химадриджа, Пуламаджа, Индрани, Химадриджа, Рудрани, Биранчиджа. You know, this way, they are going to get kippa, full kippa. И в общем все они обретают милость. So this way actually you understand that it is written in Chaitanya Charitamrita clearly about this Rayaramananda Sangha. И вот в читании Чайтамрити говорится о Рай Раманада Савате, где мы начинаем говорить о Радхататве. И вот Радха — это та, у которой нет ни снаружи, ни внутри ничего, кроме Кришны. И вот кто такая Радха? Вот это ответ. Внутри и снаружи у нее нет ничего, кроме Кришны. Это точное объяснение Радхататвы, что внутри и снаружи, куда бы мы ни посмотрели, везде Радха. Все это Радхататва. Махабхава, она возможна только с Радхарани. Я буду говорить об этом. Махабхава Чинтамани, Рада Сварупа Радхарани, это Махабхава Чинтамани. Все Лалита Вишакха, они продолжение ее трансцендентного тела. И вот так много вещей описывается здесь. Tate Sugandhi Deva Ujjal Varan, so many things are written, you know. This way Radha Mahabhava Chintamani Sarup, Lalita Vishakadeva, all his type expansion of body. И вот Лалита Вишакхани, все проявления тела Радхарани. И согласно объяснению Шрилы Прабхупады, если хочу объяснить настроение Шрилы Прабхупады, как Шрила Прабхупад, он объяснял значение Радхататвы. Шрила Прабхупад начал с этого великолепного о
о том, что бесчисленные браманди, бесчисленных брамандах, бесчисленные дживы, и есть одна единая татва Кришна, Парат Паракилешвар. И кто помогает нам достичь Кришны различными способами? Вадана Вара значит очень мягкосердечная и милостивая, что она позволяет нам, дарует нам возможность быть занятым в Кришна-севе прямо или косвенно. Какие-то люди как-то делают что-то, это служение Кришне косвенно. Они майя служат, но майя исходит из Кришны. И вот получается, что служение майя – это не прямое служение Кришне, не такое, неосознанное, нежелательное. И вот, ну, имеется в виду, не хотели так делать, а получилось. И Шрила Прабхупад говорит Радхарани, она настолько милостива, что всегда готова дать нам возможность, чтобы мы совершали Кришну севу с различными способами. И вот Радхарани, когда она в форме Майя Деви, Радхарани, вот Дурга, откуда она происходит, она Радхарани в какой-то степени, она изошла из Радхарани Варахадев, и с Варахадевом Лакшми, Вараха Лакшми Деви приходит, она тоже Лакшми Татва в форме Радхарани, когда Лакшми Дисимха и отдельная Лакшми, отдельная Шакти согласно времени, месту и обстоятельствам, и там тоже Лакшми, Курма Лакшми. И вот время от времени, когда Рамачандра в форме Ситы, и когда бы мы не думали о Шакти Татве в этом мире или в духовном, Дурга Деви тоже от Радхарани исходит косвенно. И таким образом бесчисленные браманды с бесчисленными душами. И вот Радхарани, она всегда заинтересована, она всегда очень милостива, она позволяет нам начать Кришна-севу. Шрила Прабхупад говорит об этом, она Вадана Вара, она всегда думает о нашем благе. И вот Гуру Татва, она очень более милостива, чем Бхагават Татва, прямая Бхагават Татва. Радхарани, она Гуру Татва, и в различных формах она проявляет себя, как занять нас в Кришна-севе, и это цель Радхарани. Прямо или косвенно она пытается занять всех. И таким образом различные виды объяснений здесь описаны, цвет ее тела, аромат Радхарани, он подобен прекрасному аромату цветов лотоса, хотя сравнить сложно, это трансцендентное, но может как-то отдаленно похоже. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами много другого описывает детально. И о Кришне, о Радхарани мы знаем одну шлоку, может вы слышали о ней. Деви Кришна Майи Практа Радхика Парадевата Sarva Lakshmi, Sarva Kanti, Sanmahini Para, Chaitanya Chaitanya, from Sri Brihat Gautamiya Tantra, it was taken. И вот это шлока из Брихат Гаутамия Тантра. И вот Деви Кришна Мой,
Эту шлоку я объясню, и почему Ладини Шакти, я уже рассказал, что Кришна Ананта Шакти имеет, и эти Ананта Шакти, они могут быть разделены на три категории. Первая – это Чит-Шакти, вторая – Джива-Шакти и Майя-Шакти, я уже сказал много раз до этого. И вот это Чит-Шакти, Майя-Шакти, Джива-Шакти. И вот сейчас это Сваруп-Шакти и Сачитанандамой, Кришна он. Сачитанандамой и Сварупшакти тоже имеет это качество. Сварупшакти, она может быть опять разделена на три категории: Хладини, Сандини и Самвид. Я раньше говорил об этом. Хладини, Сандини и Самвид. I can again remind you, Anandamse where the end. Energy, internal potential energy, Antaranga Shakti, known as Ladini, we come into Krishna anyway, all the time, Ladini. And it eternally presents sadhansa, all the arrangement, everything, sadhansa sandhini. All parikar, all dham, everything, sandhini. And sandhit means... Сандхини — это все эти спутники, а самвид шакти — чувство, знания. Знания о хладине шакти — это радхарани. Сандхини шакти, from сандхини шакти, from Sandini Shakti of Krishna, Vallabhi Maharaj, or Dham, everything, father, mother, Paribha, all come. Из Сандхини все эти спутники Господа и участники всех его лил происходят, но Радхарани, спутники Радхарани, Лалита Вишака и прочие, они не из Сандхини происходят, будьте осторожны, они проявления Шакти Радхарани. Pita, Mata, friends and relatives, they are actually Sandini Shakti, from Sandini Shakti, you know, eternally present, but we can think this way from Sandini Shakti. Sandini Shakti, all knowledge related to Krishna. Sandini Shakti, все знания, связанные с Кришна, Дамой, Намой, это все Sandini Shakti. Why we are going to speak the Radharani as the Ladini? Why the Krishna going to get enjoyment through Radharani exclusive way? Krishna получает наслаждение от Радхарани особым образом. Аная Радхика Нунам, Нунам, значит, Нищитам Эва, наверняка, это такое, обозначает уверенность, что благодаря ей Кришна полностью доволен. И вот оставив нас, и поэтому Говинда, оставив нас, и вот Кришна оставляет нас всех и уходит искать Радхарани, поскольку Радхарани — это связующая сила всех, всей Расалилы. Если эта связующая сила ушла, пропала, то вся эта Расалила рассыпается.
И вот Аная Арати Танунам Нишитамева, наверняка Кришна был. Кришна, он, она может сделать так, что Кришна будет счастлив. И поэтому Кришна имеет особую любовь к Радхаране. И поэтому он уходит только с Радхарани. Не думайте, как-то это неправильно. Материальное представление может уничтожить вас. Будьте осторожны. Мой гуру Падма говорил: о, мой сын, они думают, что Кришна Расалила Кришна просто как какая-то вечеринка в гостинице. Нет. Эти люди очень глупы, у них нет никакого представления о материи и трансцендентном, и они пытаются слушать что-то о Расалиле, настолько глупы. Они даже не могут избавиться от телесном представлении о жизни. Они не могут оставить ложное эго, и что они думают о Рагануга Баджане. И это глупо пытаться что-то делать с таким представлением. Я думаю об Антаранга Шакти, о Радхарани, имя Радхарани даже Кришна не может произнести, поскольку он теряет, падает без чувств. Просто произнося ее имя, Шрила Прабхупад, когда говорил о славе Радхарани, он повторял одну прекрасную шлоку, я также буду говорить о ней. И вот вдохнув аромат Радхарани, Кришна, можно вспомнить в Радхаштаме, я говорил о двух шлоках. Первое – это о Радхарани, второе – о Кришне. Вот это. Питамбарадарино бимба паладатоста Пурнендо сундара мука даравинданава Кришнат парам кима питаттамам наджане Кришнат парам кима питаттамам наджане Бенум карад нипатитам Скхалитам сикандам Брастан чапита васанам, Браджараджа суну, Браджараджа суну, Джасайка сарагхат вимурчитасья, Сарадика паричарами, Кадара сейма, Банчи, Исанайма, Бенум карат непатитам. И вот, видя Радхарани, Кришна, если он случайно встречается с Радхарани, его тело начинает потеть и дрожать, и он и этот перо с его головы, оно падает на землю. Это как корона тоже падает с его головы. И питамбар, это одежда желтого цвета, она развязывается. Она крепко была завязана, но когда он видит Радхарани, она развязывается, он Кришна худеет, и эта одежда, она развязывается. Браштан-чапитавасанам, Бхаджараджа-суну, Бхаджараджа-суну.
Sonu, Jasai Kakataksa Saragat Vimarchitasya, Saradhika Paricharani Kadarasena. Impossible, impossible, impossible. Это непостижимо, невозможно, как это все понять. Кто-то думает, что это какие-то просто как обычные мужчины с женщиной, но это неправильно в корне. И если кто-то с таким представлением пытается войти на путь Рагануга Баджана, то это трагедия. Сатьябама, Рукмини и все остальные, они молятся, чтобы получить такую же удачу, как Радхарани. Кто нет? Все молятся, чтобы лотосным стопам Кришны, чтобы обрести такую же удачу Радхарани. Кришна, он изучает различные искусства, петь, танцевать и прочее, прочее от Радхарани, она учит его петь. И вот Радхарани, она и вот они идут на Говардхан и играют на ситаре или на чем-то. И вот она учит Кришну играть на этом инструменте. И это Радхарани. According to the gesture of Radharani, because she is my guru. Radhika, prem guru. И вот Кришна говорит, что я танцую согласно указанию Радхарани. Она захватила меня своей любовью, и я ее ученик. И согласно ее указаниям я двигаюсь, я ничто без нее. И вся гуру татва, она исходит из Радхарани, поскольку Кришна полностью предался, буквально продан Радхарани. Поскольку из-за ее служения, того служения, которое Радхарани совершает, что Кришна может сделать, Кришна не может отплатить. Кришна говорит, я не могу отплатить. Ты будь доволен своим великолепием, я не могу ничем отплатить тебе, что у меня есть. И вот смотрите, Сатьябама, Рукмини, Джамбавати, Арундути, с утра мы перечисляем их. И вот если мы сможем помнить просто лотосный стоп Радхарани, но сейчас это невозможно для нас, а когда просыпаемся, должны вспомнить лотосные стопы Гуру Вайшнава перед сном и проснувшись, это поможет нам. Это устранит все неблагоприятное на нашем пути. Когда мы просыпаемся, мы должны вспомнить имена Гуру и Вайшнава, и со времени будет достаточно, я буду говорить об Упадишамрите. Вот мне преданные попросили говорить на хинди. Вот Махарадж будет говорить об Упадишамрите и прочем. Так или иначе, скоро будет на хинди Махарадж говорить в отдельное время. И таким образом все это благо целомудрия Лакшми Деви, Парвати, Арундути, они все
молится лотосным стопам Радхарани, чтобы обрести такое целомудрие. Они все целомудренные, но молится Радхарани, несмотря на это. Все качества, которые у них есть, они прямо или косвенно, они все обретают от Радхарани. Какие-то люди могут думать, что Радхарани, она без стыжа, но это глупо, такие люди ничего не понимают. Они заявляют, что Радхарани, она не аутентична, но опять же, эта аутентичность, авторитетность, она исходит от Кришны и от Радхарани, а если они измеряют их линейкой собственного ума, то что толку? А Пракрита Таттва Радхарани, она не отлична от Кришны, и поэтому в прославлении Бхагаватам в Сканда Пуране говорится «Са Эва Са». Те, кто изучает санскрит, они поймут «Са Эва Са». «Са» значит Кришна, и «Са» значит Радхарани. Кто есть? Кто есть она? Ну, в общем, они не отличны друг от друга. Шакти, Шакти Матура Бед. А как можно с материальными представлениями слушать Рай Рамананда Самвата, тем более войти на путь духовности? И вот всему учится у Радхарани, даже Кришна. Рупа Госвами Пад говорит об этом. Лалита пришла из леса, Радхарани встретила Радхарани, Рупа Госвами пишет. I don't like to speak the book because you can get interested to read that book and fall down. No, foolish. I am not sahajya. Better I can stop my speech. Foolish. Here it is written, Radharani asking. И вот в одной шлоке говорится о Саки, откуда же ты пришла? Я пришла вот из того леса. И что же ты видела там? Я видела там Кришну. И что Кришна делает? Кришна танцует. Кто гуру? Ты гуру. Как? Да, ты гуру. Ты встретилась с Кришной, Кришна там танцует в лесу, и он... И вот он танцует там, а кто же гуру? Ты гуру. Radharani and Krishna going to practice dancing. И вот они сделали там это куклу Радхарани, и он танцевал с ней. Радхарани, если я... Мне стыдно, неудобно говорить ее имя, настолько оно высоко, сколько осознания у меня есть, что я могу говорить об этом с вами, мне вот неудобно. И вот так или иначе, различными способами Радхарани она делает все для того, чтобы Кришна был доволен, и поэтому Радхарани думает, что и Радхарани она осуществляет служение Кришне в бесчисленных формах. И поэтому ее одно из имен – Хладиня, поскольку Господь он получает полное удовлетворение благодаря своей Хладине Шакте. Кришна, он полон Сука Сварупы. И не все могут задавать вопросы, кто-то...
И вот если я скажу, что Кришна доволен, а то есть если Кришна, он сукха-сваруп, он олицетворение счастья, он всегда самодостаточен, то зачем тогда он надеется получить что-то снаружи? И в этом вопрос. Кришна, он сукха-сваруп, своям сукха-сваруп. Нет никакого неудовлетворения внутри Кришны. И почему этот вопрос тогда возникает? Но в этом есть великолепие Кришны. Нельзя материальный ум здесь прилагать. Кришна, он своям сукха-сваруп, он источник всего. Но все же, с помощью хладини, Кришна, он получает наслаждение. Кришна, он хочет получить, обрести новых преданных с новой бхавой, с новым настроением. Кришна, он не чувствует никакого... А если Кришна, он полностью удовлетворен, то зачем он ждет новых преданных, чтобы они пришли во Вриндаван, в Гопи-сварупе? Или... И... Как вот этот Гопа-кумар? Он смог войти во Враджа-даму в Сакья-расе. И почему Кришна ждал его, если Кришна самодостаточен? Кришна всегда чувствует радость. Эта радость, она внутри Кришны, но все же в этом его великолепие. Кришна хочет наслаждаться с другими, он хочет, он любит. With whom Krishna can play. Krishna can dance, kiss, this guy. Krishna like this one kind of, you know, arbitrary attitude. No explanation. Who can explain the mood of Krishna? Why Krishna doing it? Why? When? How? Что Кришна делает, когда делает, как делает? Этот вопрос к Кришне не применим. All the case ending of Krishna. You know, Sanskrit grammar, all applicable for. Follow. Everything is for Krishna, everything is by Krishna. Все для Кришны и ради Кришны. Everything is from Krishna. И из Кришны. Все исходит из него. You know, all case ending. Going to meet with this. That's why. И поэтому, когда Гауранга Махапрабху, когда он оставил, это такая лила Махапрабху, никогда не был в материальной самсаре, но все же явил такую лилу оставления самсары, но и Нимай Пандит, он объяснял Вьякаранну, эти студенты его думали, что случилось с ним раньше, он по-другому объяснял, сейчас только о Кришне говорит все падежи, склонения, суффиксы, все с Кришной теперь у него связано, мы не понимаем. Может, наш учитель с ума сошел, кто знает. И вот, и если Махапрабху брал какую-либо Вьякаран-сутру, он объяснял ее в связи с Кришной. И действительно так. И таким образом... Кришна, он полон ананды, он сачитанандамой, но все же Кришна, он хочет, чтобы новые души приходили к нему, новые преданные, он хочет наслаждаться с ними, совершать свои лилы. И нет никакого ответа, почему. И поэтому все, почему они из Кришны исходят так же? Кришна – источник всего. Если вот какой-то ребенок в чреве матери, если этот ребенок хочет посмотреть на цвет матери, как это возможно? И хочет увидеть свою мать, как она выглядит, но это глупо.
если ребенок внутри чрева, сначала ему родиться нужно, а потом уже может увидеть. И также все браманды, все, что мы можем представить, все это источник всего этого, изначальный источник – это Кришна. И как мы можем какие-то наши эти, измерения прикладывать к Кришне, чтобы понять его. Как это возможно? И вот сейчас я хочу объяснить. Долго время займет, если я буду продолжать, но вот хочу как-то сократить. Sarva Lakshmi, Sarva Kantihi, Sarmahini Para. Now one by one. И вот сейчас один за одним, согласно описанию Рай Махашая перед Махапрабху, я сейчас скажу об этом. О Деви, что значит Деви? Деви, Деви значит все сияние. Jini Param Dhati Vishishto, Parama Sundari, very beautiful. Очень прекрасная. Param. All body color so nice, you know, effulgent coming. Param Dhati. Dhati vane, Dhati vane, Tej. И вот здесь, вот это слово Dhati, Tej значит сияние, энергия. Dhati vane, you know, color, Tej, you know, everything. Парама Сандари Атхаба Кришна Арадхана Пратам Прадхан Шикхайти. И вот она, глава, она основа Кришна Бхаджана, как совершать. И поэтому Деви здесь слово употребляется. Рай Махаши говорит об этом. Деви Арте Дотамана and Бисишто and Парам Sundari, beautiful, or another word can be there, another explanation is the original teacher of Krishna. Или другое объяснение, что она изначальный гуру Кришна Бхаджана. As a teacher, she is the guru of Krishna. Она гуру Кришна Арадханы, и поэтому у нее такой титул Деви. Кришна мой, Кришна мой, я уже говорил, что это снаружи и внутри нет ничего, только Кришна. Только Кришна и Кришна, и поэтому Кришна. Jahan jahan dishti karen tahan tar Sri Krishna Smurtiya, you know, that's why it's called Radha Krishna Mahi. Wherever she looks, inside, outside, everywhere, Krishna, 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 nothing else. Except Krishna, she cannot. И поэтому она, кроме Кришны, не может видеть ничего, она видит Кришну везде. Anir Hidai Mur, Anir Hidai Mur, Mur Mur Vrindavan Mune Mune Akkuri Mani. Tahan tumar charano dai jodi karao udai tobe tumar purno kripa mani. Radhan speaking where in Kurukshetra. И вот Радхарани произнесла такую шлоку на Курукшетре. Outside people, и посторонние другие люди в их уме, и их ум и сердце. What is their material heart, material mind? Что в их материальном уме и сердце? Но мой ум и сердце, они не отличны, там только Вриндаван и Вриндаван, и ты находишься там, совершаешь свои лилы. И если ты так или иначе сможешь отправиться со мной во Вриндаван, совершать такую лилу таким же образом, я думаю, что твоя милость, Крипа, она полна. И с такой бабой я могу объяснить вторая тема через несколько дней наступит. И вот Кришна мой
Внешне или внутренне Кришна, везде без Кришны мы не можем видеть ничего. И вот когда Кришна, везде снаружи и внутри она, поэтому одно из ее имен Кришна Мой, то, что Кришна везде, она видит Кришну везде. И вот Радхика, Аная Радхи, вот Махарадж повторил это имя Радха, оно дано потому, что происходит из Арадханы. Аная Радхи, вот Махарадж произнес, она совершает Арадхану служение. А Радхика. Радхика, почему это имя? Поскольку она Арадхика. И вот ее все усилия направлены на то, чтобы исполнить все желания Кришны. Читание Чайтамрити говорится. Вот такие слова. И какую арадхану она совершает? А ту, чтобы удовлетворить, исполнить все желания Кришны. Она исполняет все желания Кришны. И поэтому она всегда занята исполнением желаний Кришны. И согласно его желанию. И вот она исполняет желание Кришны таким образом, что он всегда доволен ею. И поэтому она имеет такое имя Арадхика. И поэтому в Пуранах и везде ее имя Радхика. И в Бхагаватам, во всем Бхагаватам мы не можем найти имя Радхарани. Те глупые люди, они читают Бхагаватам, пытаются своими усилиями что-то понять, а не Абхилаш. И поэтому, где же они могут найти имя Радхарани, оно спрятано там, вот в этой шлоке. When from Rasa Leela, when in Rasa Leela, Radharani going to see the. И когда в Раса Лиле Радхарани он видит обычное это поведение прити, то Радхарани оставляет эту Раса Лилу, и вся Раса Лила она распадается. И в поисках Радхарани, куда Радхарани ушла, поскольку без Радхарани Кришна не может жить, Кришна, он также пропал с того места, и все другие гопи, они начали плакать, что они могут сделать, куда идти, где найти Кришну. О, Кришна, где же мы можем найти тебя? Скажи нам. В Раджавасе они прекрасно поют прекрасные киртаны, но мы должны достичь того уровня. В зеленом состоянии, как мы можем это делать, это запрещено. И эти гопи ищут Кришну с одного леса до другого.
И вот они с одного леса до другого ищут Кришну. Они плачут и молятся, и ищут Кришну. О, Ганашьям, о, Шьяма Сундра, куда же ты ушел? Без тебя мы умираем. И вот в Раджавасе они поют. О, Ганашьям, куда же мы, нам пойти, чтобы найти тебя? И в каком-то месте те гопи, они обнаружили отпечатки стоп. И говорят, что здесь Кришна, несомненно, был гопи. Это гопи очень удачливо. Вот мы знаем, что вот это отпечаток стоп Кришны, и после этого, через какое-то время, здесь отпечатки более глубоки. And when you are going to reach some high place, then you are going to depend on toe, you know. И вот здесь, может, она встала на цыпочки, чтобы сорвать какие-то плоды или цветы. Вот поэтому здесь эти плоды, следы более глубоки, и только перед этих следов видно, а вот дальше там полный отпечаток. А здесь, может, Кришна взял ее на руки, поэтому здесь его следы более глубоки. Here footprint is more deep. How possible? So they are going to pass remark that lady, that gopi is really very, 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 very lucky. So that is why Krishna wanted to go away leaving us, because she is Radha, she is Aradhika. You know, Radha Atev Sarva Pujya. Who not? Even Krishna went to worship Radharani. Даже Кришна поклоняется Радхарани. Саракарана мандалам, мамасираси мандалам, дейпада паллавам ударум, хе Радхарани. О, Радхарани, о, дай мой, ты можешь поместить мои лотосные стопы на мою голову, чтобы охладить мое горящее сердце. Но Джайдев Госвами, он колебался, не мог написать это, думал, почему это пришло в мое сердце, но по желанию Джаганатха это все было правильно, и он написал это. И в итоге он обнаружил, что вот эта строка явилась по желанию Джаганатха. Джаганат захотел, чтобы было так, иначе почему это возможно? Что Кришна хотел поместить стопы Радхарани к себе на голову, чтобы охладить свое горящее сердце. А вот слово «Сарва Лакши Мой», что оно значит? Значит, все Лакши, Махиши, Гопи, они исходят из Радхарани, и поэтому она имеет такое имя. Все Шакти, все исходит из Радхарани, и поэтому все Лакшми, Махиши, жены Кришны, все гопи внутри Вриндавана, кто нет, они все исходят из Радхарани, и поэтому Радхарани мы можем сказать, что она Сарва Лакшми.
Она источник всех Лакшми. И еще я хочу сказать, что перед тем, как понять Кришна-лилу, перед тем, как все это понять, Шри Чайтанья Чаритамрите говорится, если есть какой-то герой и его героиня, и если это Пракия Бавы там нет, только Свакия, то в этом нет великолепия расы, как правило. Это нечто сокровенное. Вы можете неправильно понимать, я знаю, но я знаю, не все могут это понять или как-то превратно понять. И вот Свакия и Паракия, я завтра буду говорить о ней. И вот источник всех шакти, все. Все эти Лакшми, Махиши, все гопи, бесчисленные гопи. Кришна являет лилу сотнями, десятков миллионов гопи, и все это происходит за считанные мгновения. И такая сила в нем и в Радхаране. Он источник всей красоты внутри виграхи Радхарани. И вот мы должны призвать вначале Анантадева с неправильным представлением, с узколобостью, с отсутствием широкомыслия мы не можем войти на путь баджана. И завтра я также буду говорить об этом, но я хочу напомнить вам снова и снова. И вот здесь Сарвакханти значит источник всей красоты, всей сварупы. Санмахини значит очарованная. Кришна, он очаровывает весь мир. Кришна, он источник притяжения для всех. Кришна, он все привлекаются Кришной, но Кришна привлекается Радхарани. Посмотрите на ее силу, на ее могущество. Хотя весь мир, все миры, они чувствуют влечение к Кришне, они привлекаются Кришной. А если не чувствую, то какая причина за этим? Я пример приводил магнита и ржавчины. Железо, если оно не ржавое, оно притягивается к магниту, но ржавое не притягивается. И вот если они привлечены, кто-то привлечен Майей, то это получается, что косвенно они все равно привлечены Кришной. И Кришна – он источник всей красоты, всего привлечения. И все влекутся к Кришне, привлекаются им прямо или косвенно. И Кришна – он источник всего. И этот Кришна, он привлекается Радхарани. Он, и поэтому я сказал, как только Кришна видит лотосные стопы Радхарани, oh,
его тело начинает трястись, и он начинает потеть, худеть, и волосы встают дыбом, и одежда начинает развязываться. И перо павлиния падает с его головы. Его корона, она также падает. Радхарани, когда она смотрит на Кришну, то Кришна, он буквально падает, вот в этом проблема. И таким образом, Сарвакантхи Санмохини, я говорил уже об этом, можно вспомнить. Это имя Мадан Махан применимо, когда Радхарани слева от Кришны. Если Радхарани там нет, то Кришна, может, он Мадан Махан, но без Радхарани он обеспокоен, он, ему плохо без нее, и поэтому в этой шлоке говорится, Радхарани, если есть там, то все хорошо, тогда он Мадан Махан, а если нету Радхарани, то а что значит Мадан Махан? Мадан значит кама. Махон – очарованные. Кришна – апракрита навин мадан. Навин – значит новый. И когда в материальном мире мы находим мужчину и женщину, когда они привлекаются друг к другу, это материальное вожделение, но это не материальное вожделение. И вот Мадан Махан – это имя Мадан Махан. Апракрита Камадев, Кришна. И материальная кама, что она может сделать? Что она может сделать, если мы совершаем Кришна Баджан? Материальная кама не может нас как-то побеспокоить. Мадана Парихара. И вот Кулашикар говорит об этой шлоке. О, материальное вожделение, будь осторожна. Как ты смеешь приходить ко мне, знаешь ли ты, что я служу Мадан Махану? Мадана Парихара, всегда пытается избегать меня. Мадана Парихара, где я, ты должен оставить это место, ты знаешь, что я служу самому Мадан Махану. Как ты смеешь приходить и беспокоить меня? Очень прекрасная шлока. Мы должны глубоко все это прочувствовать. Если вы слушаете Харикатху и ведете свою материальную жизнь, то какое благо вы обретете? Вы должны пытаться сделать лучше, чтобы войти на духовный путь. Жизнь очень коротка. Сарвагунакшани Кришнаканта Сирамани. Кришна Према Бхавитоджар Читтендрия Кай Кришна Ниджасакти Радха Крирар Сахай Кришна Чайтанна Чайтамитра Махабхава Сарупа Радха Кагурани. И вот Радхарани, она источник всех достоинств, всех качеств. Они все достоинства, они исходят из Радхарани. Кришна Канта Сирамуни, она Кришна
Радхарани, она наивысшая из всех шакти. И внутри, снаружи. Все украшено и раскрашено благодаря все это проявление Кришна Бхакти, прямо к Кришне. Радхаране не нужно ничего сделать. Если Радхаране просто находится в одном месте, то Кришна Бхакти автоматически проявляется там. Она совершает служение день и ночь, но все же качества Радхарани, они проявляются в этом бхакти. Бхакти проявляется там, ее бхава. Сердце Кришны – это Радхарани. И также Кришна, он являет своей лилой с Радхарани, и Радхарани – это сердце Кришны, и поэтому слово «атмарам» применяется здесь. Атмани Рамате. И вот Кришна, Радхарани – это сердце Кришны. И Кришна, он является своей лилой с Радхарани. И поэтому это слово Кришна, он Атмарам. Кришна, он Атмарам, но определение таково, что Радхарани – это сердце Кришны, и Кришна является своей лилой с Радхарани, и поэтому он также Атмарам. И во всем мире, если какой-то саду, риши, муни, они Атмарамы, какого определения этого слова Атмарамы, то, что они Атмани, значит, сверхдуша Параматма Кришна, он там, то есть они погружены внутрь себя, они, и поэтому они Атмарам, они видят сверхдушу в своем сердце и не нуждаются ни в чем постороннем. Если нам, мы не стремимся ни к чему постороннему, то тогда наше сердце, оно всегда удовлетворено. Если внешне можно видеть какую-то бедность в жизни Гуру Вайшнавов, то это не бедность. Они специально живут так, как Гуру Пассанатана, без копейки. Они ели только эти какую-то очень простую еду, то это не значит, что они бедные. И если просто дать им денег, бедность, то есть это не поможет. Они могут собрать сколько угодно денег, но они просто живут такой жизнью, которая им удобна. И вот Махарадж, когда печатает книги и садится в поезд, то даже денег не просят. А то есть они ездили, вот он, у них было 10 рупий всего, и вот ехали во Вриндаване, и этому, этому спутнику пообещал, что у тебя 10 рупий осталось, но не думай, что... Ну, в общем, хватит на все, чтобы доехать. И так вот, Махарадж, сколько ездил с книгами, денег за проезд у него не брали. И есть множество качеств внутри Радхарани, я не могу рассказать о их всех, я вот прочту. Мы знаем имя Радхи, Радхарани, она служит Кришне, и различные ее имена вот здесь перечисляются, имена Радхарани.
вот в Уджалниламане 25. You know, и вот different kind of qualities are there. И различные качества у нее есть. And и я буду ее читать. Radha, name, five different names are given. Radha, after вот that, Govinda Nandini, after Govinda Mohini. Because Govinda Krishna is going to be hypnotized. Вот Махарадж их все перечисляет, эти имена. Illusion Mohini by Radharani. Говинда Махини, поскольку Кришна очарован Радхарани. Krishna feel attraction in front of Radharani. So Govinda Mohini, Govinda Sarvasya. Oh, in English translation, you go on here. Сложно их перевести, просто слушайте. You know, topmost all the are the sevikas of Krishna, and 25 qualities. Вот это значит лучшее из слуг Кришны. Chanchala netra, ujjala hasya yukta, sundara saubhagya rekha yukta, saubhandhe Krishna namadini, sangeet prasaragya. Рамания Бхака Вишишта, Норма Гуне Пандита, Бинита, Куруна Пурна, Чатура, Патуандита, Ладжа Сила, Самар Яда, Дхарита Юкта, Гамбирья Майи, Субиласа Юкта, Парамат Коршо, Хава Майи, Гопула Премьер Васати, Астрой Джагат Сренир Мадхе Уддитто Йосо Юкта Гурвар Пито Гуру Снехомати Сахи Дигер Пранай Васо Юкта Рамани Сирамани О Кришно Васикарини. Tomorrow I can try my best to explain, because only I speak name from, it is from Ujjalanmani. Завтра я попытаюсь объяснить это вот из Уджала Ниламани, ее имена. И Радха Сахачари, есть много, несколько видов сакхи. Я завтра об этом расскажу. Сегодня время кончилось. И сакхи, нитья сакхи, прана сакхи, прия сакхи. Парама-прешта сакхи, вот пять видов различных сакхи. Внешние кама и према, они, может, похожи, но совершенно разные. Завтра я буду говорить об этом. So tomorrow you can hear kama and prema externally all the same. But not that. Not that. Kam is totally different, Prem is totally different. Anantakoti Vishnuloka Namra Padma Jarchite Himadriya Pulomada Viranchi Jabaruk Prade Vancha Kalpadurvasya Kipasindhya Vacha Patsitanang Pabana Vishnabhyo Namo.